Всем привет! Это первое видео на моем канале, у которого не будет темы. Это видео создано для того, чтобы вы могли оставить свой вопрос по практически любой теме, так или иначе касающейся SEO-продвижения, который вас беспокоит, возможно, который мешает вам продвигаться, либо какую-то тему, которую вы, наоборот, использовали и резко выросли ваши позиции, вы хотите этим поделиться с другими подписчиками канала. И, пожалуйста, пишите все любые вопросы, так или иначе касающиеся всего продвижения, в комментариях под этим видео. На какие-то из них я буду отвечать текстом. На какие-то из них будем записывать видео, потому что у нас сейчас есть план на ближайшие месяцы, нам нужно его заполнить темами. Я хочу, чтобы эти темы были как можно больше актуальны для вас. То есть, чтобы не я брал из своей головы, что, наверное, это будет вам интересно, а чтобы эта потребность шла именно от вас, то есть что-то, что интересно вам. Ну и на часть вопросов будут отвечать другие подписчики канала, то есть сейчас уже сформировалась некоторая такая инициативная группа, и ребята сами спрашивают вопросы, а на другие вопросы помогают отвечать, ну то есть и там получаются такие неплохие обсуждения с опытом не только моих, но и других ребят, которые продвигают свои сайты, и у них что-то получалось по теме вопроса. Поэтому моя большая просьба – задавайте свои вопросы. Можно несколько вопросов задавать, но только не сваливайте их в один вопрос, а пишите один вопрос, один комментарий. И максимально залайкайте это видео, чтобы оно получило максимально большой охват среди других подписчиков канала. И мы с вами набрали как можно больше вопросов и как можно больше мнений и опыта вот этого сообщества, которое сформировалось на канале по поводу вашего вопроса. Спасибо вам за внимание. Жду вас в комментариях прямо под этим видео. Пока!